Здравствуйте, друзья! Пожалуй, самое сложное в этой комбинации – это выполнить ее аккуратно. Да еще так, чтобы минимально напрягать тело, руки, и при этом скорость была максимальной. Но несмотря на это, всему можно научиться и даже самому. Тем более, когда есть возможность посмотреть на себя со стороны. Заснять себя на видео, отследить свои ошибки и исправить их. Так, как это делаю я. К сожалению, у меня регулярно посещать тренера возможности нету, поэтому я обучаюсь сам. Спасибо за просмотр и всего вам доброго, друзья!